Николай Романович, на что приезжают посмотреть туристы из третьих стран? Вот останавливаюсь у вас. Эти туристы в туристическом бизнесе, а их называют это цепочные туристы, они едут с Англии, с Европы, потом попадают к нам, приезжают в отель, кушают, идут по городу гулять и посещать нашу столицу и наши магазины. То есть Минск это уже бренд? Да, для них. Утром кушают и далее на Москву. Вот это иностранные сегодня туристы. А если предложить им посетить вот некоторые обряды, они воспользуются этим? Да, или... они очень любят, но эти цепочки или этих туристов должен раскрутить уже белорусский туроператор. Уже участвуя в процессе, соединяя эти цепи, время, группы, гостиницы, он должен и раскручивать посещение того же Нечвижевского замка, Мирского замка. Хатынь забыли вообще. А сегодня это почему? Так в чем же главная проблема? В принципе, есть все составляющие успешного бизнеса, но как-то не срастается. Потому что сегодня я думаю и вижу, сегодня туроператоры, как правило, по большому счету, ищут легкий бизнес. Или быстрый бизнес. Да. А это затратный бизнес. Я думаю, что...